В колонном зале Казанской ратуши состоялась торжественная церемония вручения премии «Юрист года Республики Татарстан» и Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича. Всех гостей поприветствовал президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Профессия юриста во всем мире относится к числу уважаемых и востребованных в обществе. Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Большая работа проводится в нашей республике. Не секрет, что мы столкнулись с серьезными проблемами, которые были связаны с интересами наших граждан, юридических лиц. В рамках вручения премии проходило и награждение почетными грамотами. За вклад в развитие юридической науки в Республике Татарстан был удостоен ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Грамоту вручил российский государственный деятель, доктор юридических наук Павел Крашенинников. Особым вниманием были отмечены номинанты ежегодной юридической премии Республики Татарстан «Юрист года». Она была учреждена 8 октября 2014 года Советом Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Юридической науки. Премия является признанием заслуг юристов, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие юриспруденции в Республике Татарстан. Награждение проходило в 4 номинациях. Это правовое просвещение, правосудие, оказание бесплатной юридической помощи и защита прав и свободы человека гражданина. Активно участвуют в оказании бесплатной юридической помощи, но и сами проявляют большую инициативу. Это не только помощь, это и снятие нагрузки с государственных органов, это и снятие нагрузки судебной системы, это и в первую очередь, конечно, возможность решения чаяний жителей нашей республики. Состоялось также вручение Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича, учрежденной в 2016 году. Он был одним из лучших выпускников Казанского университета, закончил юридический факультет, здесь стал профессором, здесь закончил гимназию. Очень здорово, то, что именно здесь, сегодня, в республике, мы вручаем эту премию. Благодаря вручению таких премий повышается важность и престиж профессии юриста, происходит формирование правовой культуры. Награждение проходило в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню юриста. Анна Глазнова, Виолетта Басова, Универньюз.